Вот сколько там людей-то. Ребят, вы куда бежите-то? Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер, Tomb Raider, Лара Крофт, Tomb Raider, разве Tomb Raider, она же восстание или восхождение расхитительницы гробниц, в зависимости от каком контексте вы используете слово «райс». И мы продолжаем. Я сначала думал, может сейчас отправиться к Бабе Яге, попробую еще раз. Я записываю все в один день, все в одно утро и в воскресенье. У нас сегодня... 28... Подождите, у нас какой? 28 или 29? Я уже просто... 29-й, скорее. У меня просто уже зиг по времени пошел. Хороший зиг такой. О! Он здесь валялся. Так, что я еще здесь не видел? А, кстати, может получится... Я сделаю парочку. Пусть будет. Потому что стрелы-то полезные, стрелы-то надежные. На всякий случай, то мало ли сейчас начнется опять какая-нибудь битва. Но! Говорил же! Бегом, бегом, бегом! Давай, есть! Держимся, держимся! Вперед, вперед, вперед! Давай, 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 залезай! Ты не пройдешь, говорят мне. Ну давай, спускайся. Молодец, защищает свой пост. Респект. О, привет. Да. Парни, молодцы. Вперед, вперед. Давай, лечись, Крофт. Гори в аду. Есть все желающие, патронов на всех хватит. Ага, вижу. Гори. Собираем все. О. О-о-о. Константин прорвался. Ну привет. Лара, тройка прорвалась. Нет. Молодцы. Провалась, провалась, мы ничего, заберем все это дело. В крайнем случае, Константин там получит закар молниеносный. Причем у нас два очка, кстати, на прокачку, вообще шикарно. А, давайте тогда посмотрите, вот это берем. Зажигательные бомбы, изготавливать мины из найденных, собранных с тел поврежденных врагов раций, устанавливать радиоприемки, привлечение к себе врагов и воссоздание их. А, отлично, делать трупы ловушки я не вижу смысла. А вот устроить знаток дробовиков я с удовольствием. Погнали. Нажмите F, чтобы добить врага. То есть я держу в руках дробаш, он у нас в полусостоянии, я проведяю дробаш, и он помирает мне от этого. Ну, в общем, как в Яматае. Это Яматай, только по-сибирски. Нам наверх теперь надо. Кстати говоря... Куда-то я пошел. Ага, она наверху, по-моему, да? Нам вот сюда надо. Ты наверху? Да, она наверху. Что ж, погнали.
Так. А так хорошо получалось. Ну ладно, чаечку. С малиной, киселечек. Очень вкусно. Целую кастрюльку сварил сегодня. Так. Оп. Молодец. Лара, патроны не бережешь. Отлично. Так. Так. Держись, 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 держись. Не смей мне тут помирать. Вот так вот, давай. Отлично. Аккуратно! Тоже мне спасибо. Хранители Китиша. Спасти даже себя не могут. Так, вот вот давай сначала откроем. Бивень с аккуратной резьбой. Необычный рисунок. Красивый. Походу, карта мира. Это карта. На ней изображена горная тропа к Китежу. Попадись ты мне раньше. Да, не пришлось бы помогать Якову. Так. На всякий случай выключим. Так. Погнали! Ю-ху. Вот это эпик! Один подписчик, я уж не стал звучить его комментарий, он написал, когда будет нормальный контент. А это что, тебе не нормально? Как по мне, это шикарный контент. Да, это поле боя. Это поле боя. Держим, держим хватку, кров. Какое здание великолепное. Вот реально, я восхищаюсь этой архитектурой. Мне реально очень нравится. Подъем посмотрел. Спасибо, я в вкусах. Нет, вы посмотрите. О, какая красота. Вы посмотрите, какие мелкие детали. Просто даже если вот так вот взять, посмотрите. Но этот прямо храм бога войны какого-то получается в большей степени. Но Китиш реально очень красиво отстроен. Яков, надеюсь, ты платил своим архитекторам. Так. Так, ладно. Так, нам вроде как вот туда надо. Ага, все, принято. Давай, Ларыч. Вот до нижней дотянемся, до верха пока нет. Теперь наверх давай. Нет, ты куда? Ну, зато быстро спустилась. Надо, не надо искать везде позитив. Надо искать везде позитивное направление.
В конце концов, она же спустилась. Так, вперед, Крофт. Отлично. Молодец. Красота, красота. А благо она под вебку пока не лезет. Это хорошо. Так. Вот так вот. Давай, давай. Есть, отлично. Молодец. Наверх. И сюда. Какие витражи. Прям по нам стреляют. Так, ну и как... И что делать, прикажешь? Вниз не спустишься уже. Вот по этому маршруту я только-только сейчас ходил. Так что он нам не вариант. И вот даже не заметно было. Держись! Удержались. На всякий случай, пока что... Пока держим марк. Так. Отлично. Я везде ищу подвох. У меня такое ощущение, будто тут сейчас появится этот тишградский отряд. Так я же зацепился. Лара. Охота. Охотиться на животных? Ну ладно. Есть. Давай. О. А чё бы нет-то? А что мне здесь делать? Оружие разве что максимум сделать. Ну. У нас все это есть, а здесь... Драконов огонь сделать бы, конечно. Экспансивный пуль, давайте ее. Экспансивка, она лучше держится. Она дольше держится. Все. Небольшая перерыв. Че нет-то? Так, отлично. Восхождение Китежу. Серьезно, вот сейчас... вот дали мне сейчас одночку еще одну. Лара, отпусти. Отпусти. А вы что думали? Я пропущу очко прокачать, когда сейчас возможность будет. Тем более у нас пистолетные. У нас пистолет есть. Эй, нет! Ну-ка. Не дают. Вот не дают, вот обидно. Вот сейчас обидно. Нет бы, дали бы сразу очко у палатки. Это удобнее. А то она сейчас прыгнула. Все, теперь давай тебе очко дадим. Ох. И где я пробью этот навык уже? Ладно. Держись! А чё ты внутрь не залазишь-то? Вот почему. Давай, залезай уже. Ой, сколько там людей-то! Ребят, вы куда бежите-то?
Так, отлично. Они еще и по собственному городу лезут. Ты куда я попал? Что за муравейник? Вы посмотрите их сколько, это орда. Это орда. Александр Македонский отдыхает. Вы заметили? Они страдают такой же фигней, что и страдали в отдельных моментах. То есть где-то есть анимация? Спасибо, парни. Окружены, отступаем. Да. Вы все через это... Ой-о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 й. Крафт! Я с дробашом пока. Спасибо, сэр. Давай, залезаем. Так, получается, он погиб, да? Ладно, мы пока еще живы. Мы еще живы. Наверх, наверх. Пожалуйста, дайте мне палатку в конце. Я буду очень благодарен. Нет. Есть. Напряжён что-то какая. Давай, Лара. Залезаем наверх. Молодец. Респектейшн. Эй, отцепись. Отцепись, это моя нога. Отцепись, отцепись. Это моя нога. Отцепись. Вот же паскудина. Вот последняя осада Китежграда вам. Бегом. Лара, пригнись! Софья, где ты? А угадай. Лара, мы поможем тебе чем только сможем. Молодцы, ребятки! Так. Забираю у всех все, что есть. О, это будет долго, это будет муторно, это будет весело. Жри гранату! Так. Вот вам советская винтовка! Будете знать, как со мной воевать. Блин, тут серьезно. О! Давай-ка смастерим что-нибудь. Так. Лара, найди укрытие. Мы начинаем обстрел, а ты на открытом месте. Дороги назад нет. Я почти у цели. Надо идти дальше. Давай, открывай мне дорогу! О, могу забрать? Нет. Смотри.
О, отлично. Можно сюда парочку? Зараза, держим. Во. Так. Все забираем, никого не оставляем. Чую, сейчас еще парочку здесь появится. Видите, сколько здесь всего? О, полно хороших кошек, не смотрю. Давай, иди сюда. Гори! Давай, Лара! Вот так вот, парни. Черт. Благодарю, 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 благодарю. Спасибо, Софья. Отличный выстрел. Возьмем ее в третий эпизод помощницей. В прошлый раз был этот Дионыч. Если ты выживет. А теперь будет вот. О, прямо компактно все сложило. Давай. Нет. Как вот сделать из этого ловушку? Ага, во. Во. Вперед. Точка невозврата. Дальше лагерей не будет. Быстрый переход и улучшение характеристики игрока. О-о-о. Это финал, ребят. Это финальчик пошел. Это финальчик пошел. А, давайте, у нас сразу, во-первых, поместье кровь, во-вторых, Баба-Ягу. Ну, Ягу я отдельно, наверное, запишу. А может, я не буду, наверное, доставать ее уже. Пусть отдыхает себе на старости лет. Берем, прокачиваем. Раз. Не будем упускать финал. Будет, значит, длинный эпизод сегодня. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Поместье кровь, значит, отдельно запишу. У нас еще одну наук. Одну очку наук осталось. Труп ловушки, ну не смеши тебе я. Вот. Знаток пистолетов. Изучим вот эту ветку. А все остальное откроется у нас потом уже. Ну, в принципе, сегодня, знаете, такой же скач. Может, реально разбить, сделать немножко пожестче. Давайте вот так сделаем. Да, я разобью на пару эпизодов вот так вот. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВКДН, Арт, Телеграм, ссылочки все в описании. Ну, а с вами был Вескер, Umbrella Tech King, глава, а также Tomb Raider, Lara Croft. Увидимся в финале. А также не думайте, что это будет полноценный финал. У нас с вами еще поместье Крофт осталось и Баба Яга. Гребаные трапеции. Это я тоже запишу. Погнали.